Да, я был вторым, сейчас я первым. Но разницы особой я не чувствую, потому что там, что здесь соперники очень сильные. И, может быть, мне здесь немножко повезло. Хотя я не считаю, что здесь победа мне далась легче, там, или там серебро легче далось. Одинаково было и там тяжело. Но здесь сезон олимпийский, нужно набирать форму. А финал Кубка мира были заключающие соревнования, заключительные. И поэтому, может быть, как бы позволил себе немножко отдохнуть и как бы с легкостью подошел к тем соревнованиям. Сейчас я, в принципе, в хорошей форме, но стрелять было тяжело. Стрельбище такое строптивое, тяжелое, и, в общем, здесь стрельбище не позволяет ошибки. Оно наказывает тех, кто вот поддается каким-то отвлекающим маневрам. Там ветер, солнце, дождь, погода. Очень много факторов, которые давят на спортсменов. Особенно холод. Подготовился. Обычная трудовая тренировочная деятельность. Как бы работа с тренером, работа над ошибками. Сидели, кумекали, работали с оружием. Сделали новую рукоятку. Спасибо заводчанам, подогнали, вот как бы новые детали поставили. То есть оружие было полностью готово. Ну и настрой, в общем-то, боевой на победу. Ой, хочу передать привет моей семье, которая сейчас отдыхает, которая в Египте отдыхает, загорает, переживает за меня. Это победа их, благодаря им, которые вот моей семье, которая позволила вот меня подвести к такой форме, к этим соревнованиям. Все им, благодаря им. Спасибо им. Я их люблю.